Солнце и Луна представляют новую линейку средств по уходу и гигиене за новорожденными премиального качества, объединяющую в себе инновационные технологии и чистые натуральные компоненты. Солнце и Луна представляет Neo Baby. Такие мягкие пузырьки, я так люблю купаться. Такое бережное очищение, кожа нежная и совсем нет раздражения. Интересно, что там? Кожа новорожденных несколько раз тоньше, чем у взрослых, поэтому она очень нежная, ранимая и более чувствительна к внешним воздействиям. Поэтому в линейке косметики Neo Baby отсутствуют вредные компоненты, такие как SLS, слез, парабены, красители, аллергенные отдушки, фталаты, формальдегиды, ПЭК и, главное, без микропластика. Что же такое микропластик? Микропластик – это мелкие частицы синтетических полимеров, менее 5 мм, входящие в состав множества привычных вещей, в том числе и детской косметики. Сейчас о вреде микропластика в России пока говорят редко, но Евросоюз уже запретил производителям использовать его в своих продуктах. Микропластик не разлагается и может проникать в организм через поры кожи и оседать в органах. Маленькие дети могут проглотить частицы микропластика во время купания. Накапливаясь в организме, микропластик может повлиять на иммунную и репродуктивную системы, вызвать воспалительные процессы. Помимо пагубного влияния на здоровье ребенка, микропластик также наносит непоправимый урон окружающей среде. Вся линейка косметики Neo Baby гипоаллергенна и имеет естественный уровень pH. Дерматологически и клинически протестировано. Хлопок, входящий в состав, укрепляет гидролипидный барьер нежной кожи, обладает противомикробным действием и предупреждает излишнюю потерю влаги. Пантенол оказывает регенерирующее и противовоспалительное действие, снимает раздражение.